Сначала я извиняюсь, я хочу говорить русский, я надеюсь, это друг друга понимает. If you want to speak English, it's not proper for me, but я думаю, русский лучше будет и футбольный язык свой понимает. Спасибо мистер губернатору, спасибо мистер мэру города, спасибо клубу, что пригласил меня, да будем тренером так. Клубу большой традиции и так болезни, как я первый раз в Узбекистане был в 2011 году был. Я играл здесь, на Новогоду, и знал, как тяжело играть здесь. Это серьезный клуб, и перед нами серьезная задача. Самый важный у клубу – это футболисты. Они должны с нами, со штатом, все от нас дать, когда Новогод будет на позиции, как мы все хотим. Еще одна вещь. У Новогору, у Новоганской области это большой потенциал молодежных футболистов. Надо думать не только о основной команде, это самая важная основная команда, але развить футбол, есть потенциал, есть молодых футболистов, есть условия, это тоже задача очень серьезная. Я здесь не люблю много говорить, это мой офис, это поле. Игроки, там я мент, там дом, есть никогда. Спасибо еще раз. Я только рад, мы думали, что важно, потому что я рад, что я разбираю с финалом Астана, что там был я топ-сурщик, где тренировал в Сарву, сам вам звали. Там был молода, я только рад, мы думали, что я рад. Мэра намага нам за то, что привели в первую очередь поле в порядок, это для футболиста дом, он там оставляет душу, здоровье, зарабатывает себе имя и кормит семью. Спасибо вам большое. Главному тренеру добро пожаловать в нашу маленькую семью. У нас, как во всех семьях, наверное, есть капризные дети со своим характером. Вам удачи и терпения в вашем нелегком.